5 сентября в деревне Козловка прошел региональный конкурс «Лучший пахарь Смоленской области 2020». О мероприятии, организованном при поддержке администрации региона, далее в сюжете. День пахаря – это традиционное состязание, которое проводится среди лучших механизаторов области. Конкурс проходит в два этапа. Сначала проверка теоретических знаний, а затем механизаторы выполняют практические задания, среди которых фигурное вождение сельхозмашины и вспашка земельного участка. Пахать надо учиться, уметь. И не тот пахарь, который пашет, а тот пахарь, который своей пахотой любуется. Отбор проходил по трем номинациям. Участниками соревнований стали 48 человек. Все они представители ведущих сельскохозяйственных организаций региона, а также студенты профильных образовательных учреждений. В числе основных целей конкурса – внедрение в производство новых технологий возделывания сельскохозяйственных культур и популяризация профессии механизатора. На сегодняшний день механизатор – это самая, наверное, востребованная профессия на селе. Любой предприятие, фермер, инвестор, агрохолдинг, он начинает в первую очередь с обработки земли, и, соответственно, первый человек, который ему необходим, это механизатор. В мероприятии принял участие губернатор Смоленской области Алексей Островский. На конкурсной площадке он ознакомился с образцами сельскохозяйственной техники и оборудования. Машины произведены профильными компаниями из Москвы, Смоленской, Калужской, Воронежской областей и Республики Беларусь. В своем выступлении Алексей Островский отметил большой вклад аграриев в социально-экономическое развитие региона. Губернатор выразил благодарность руководителям и коллективам хозяйств. Всех вас благодарю за то трудолюбие, которое вижу на протяжении всей своей работы. Благодарю за те результаты, которые в области достигаются в последние годы в сфере сельского хозяйства. Для гостей и участников соревнований выступили творческие коллективы Ростовского района. Завершилось мероприятие торжественной церемонии награждения победителей конкурса. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.